Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Hustle Castle. 14 уровень и 26. Еще слабенький совсем. Ну да ладно, это у нас, как говорится, воины на запас. Повара 21 и 17 уровень. Тоже не очень много. С яблоками опять у нас проблема, ребята. 209 тысяч всего лишь. Так, что у нас тут еще? Давайте бревна. Ну, как обычно, железо забирать. Так, кстати, железо и бревна у нас довольно неплохо растут. Так что надо будет что-то, наверное, скоро строить. Но с этим мы разберемся чуть-чуть попозже. Так, давайте посмотрим, знаете что? Кухню. Сколько у меня еще будут они до следующего уровня? Ёлки-палки. 13 часов. 10 с половиной. Слишком долго. Тут 5 дней будет делаться. Ядрить его на корень. Ребят, спасибо вам за подарки. Я забираю. Сейчас мы посмотрим, можно отправить мне. Да, и начнем делать вам подарочки. Так, первый у нас кто тут будет? Даже не... А, Максим Максимов. Не получилось отправить. Ну, а теперь лови, Макс. Спасибо тебе большое. Так, Андрей Бахмаров. Замечательно. Так, кто у нас там следующий? Евгений Болдырев. Так, поехали далее. И это у нас будет... Ну что так долго-то? Константин. Так что, Костик, лови. Деловар. Еще пятеро осталось. Это Евгения Коваль. Респект тебе, Женя. Так, Денис Горячев. И еще трое. Это у нас будет Влад Павлов, Богдан Вунш и последний. Кто это? Вова, Вова. Все, ребят, спасибо большое еще раз. Я очень вам признателен. Давайте посмотрим, что из них нам выпадет. Так, ну здесь, как обычно, по стандарту ресурсы. В этом у нас тоже ресурсы. Ладно. Давайте по-быренькому сейчас мы их вскроем, посмотрим, что выпадет. И, наверное, пойдем с вами уже на карту. Я думаю, там орки нас заждались, если они, конечно, там присутствуют. Ну, вроде бы как должны быть. Я в игру не заходил, их не бомбил, так что, думаю, они там на месте и будут нас ждать. Ну, а с них мы уже, естественно, пофармим сундучки. Так, что-то как-то не задалось, ребят, смотрите сами. Ни одного подарочка, ну как бы не то что подарочка, ни одной шмотки, ни одной вещички, а одни ресурсы. Ладно, они нам пригодятся. Ну из этого тоже особо ждать нечего. Все, на этом мы пока закончим. Так, давайте вот это все дозабираем, что тут успелось подкопиться у нас. Так, с яблоками. Ну что же, почти 300 тысяч нам, в принципе, если орки будут на месте... А они у нас на месте. Нам хватит этих яблок полностью их разбомбить. Так что давайте приступать. Ну что, хламоны, идите сюда. Спрятались там за кустами. Там мы вас и положим. Слушайте, нравится мне мой воин. Он довольно сейчас такой крепкий. Мне бы еще фиолетовую броню бы кому-нибудь. Вот это было бы вообще хорошо. Желательно, конечно, воину, но не отказался бы, если бы получилось на мага. Так, еще одно вторжение. 102 тысячи мощей. Ну, в принципе, разберем сейчас без проблем. Единственное, здесь у меня проблема, ребят, сейчас в деньгах. Нужны деньги, чтобы что-то построить. А их у нас нету. Хотя, если честно говоря, тут и работяг-то нету в данный момент. Поэтому особо гнаться сейчас незачем. Ближайшая постройка через полтора дня только будет готова. Так что будем разбирать орков. Все равно нам заняться здесь пока нечем. А этих лопухов разбирать — милое дело. Я, кстати, да, ребят, сейчас сделаю нон-стопом, без, так скажем, перекуров. Будем их бомбить. Потому что отхилить моего воина они всегда успеют. Если он даже упадет, они его ресанут. Ну вот здесь, конечно, немножко плачевная получилась ситуация. Придется, скорее всего, отправлять его немножко подлечиться. Буквально чуть-чуть. Ну, а за это время мы посмотрим, что нам выпадет. Так, понятно, даже говорить не о чем тут.
то же самое. Ёлки ты палки, а. Что-то нефартовый сегодня денек выдался какой-то. Ладно, как-нибудь перебьемся. Ну что у нас по деньгам? 1 190 000. Этого мало. Так, мы получили прогресс. Еще один сундук, естественно. Сейчас мы его с вами посмотрим. Ну-ка, что у нас тут выпадет? Ну, надо же, выпал костюмчик на повара. На 24 уровень. В принципе, неплохо. Они у меня там потихоньку развиваются. И скоро я буду менять уже 30-х уровней поваров. Буду ставить туда, чтобы они добывали нам яблоки, и мы, соответственно, получали их намного больше. Ну и что же, продолжаем бомбить орков. Да, пускай у меня немножко он недохиленный, но сейчас во время боя они его, поверьте мне, восстановят. Так, ну что, лопухи, падайте давайте быстрее. Зритель требует зрелища хлеба, как-никак. Ну что ж, довольно быстро разбирается все. Так, давайте сразу пойдем на следующих, потому что у нас полностью практически все здоровые. Давайте вот этого добьем, охламона, 120 тысяч мощей. В принципе, разберем и не поморщимся. Так, понеслась, родная. Даже магию не трачу, просто шик. Так, ну и если у нас, ребята, останется немножко денег, яблок, мы, естественно, с вами рванем немножко пофармиться. Хотя, с одной стороны, мне это нежелательно делать, потому что лишний рейтинг я себе набивать не собираюсь. Но пока у меня 2000, я думаю, можно немножко себе позволить. Так, 136 тысяч мощей у этих орков. Недалеко они ушли от предыдущих, поэтому разбираем их также. Давай, 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 бомби. Отлично, все просто изумительно идет. Они падают, как сосунки. Добиваем. Ну что же, и осталось, если я не ошибаюсь, там всего лишь 3 орка на карте. И мы, надеюсь, получим. Ну что там, кто там опять? Ага, крыса. Крыса пришла. Да, 3 орка осталось. Давайте их по-быстренькому разберем и получим наш синий сундук. Я надеюсь, с него что-нибудь. Я уже сколько раз я все надеюсь, с него что-то хорошее, что выпадет. И ничего так и не добиваюсь. Печалька. Да, и, кстати, помните, да, когда только обновление вышло, с сундуков намного чаще выпадали всякие плюшки. Сейчас это большая редкость. Видно, разработчики немножко подкорректировали все-таки лут, дроп и так далее. Также это касается и подарков, которые отправляют люди друг другу и вскрывают потом сундучки. Так, давайте забомбим. Опачки, магичка моя упала, но ее ресанули. Так что она в полном здравии. И мы проходим, получаем опять сундучок. И думаю, последнего орка нам забомбить не будет никаких трудностей. Поехали, как говорится, на дорожку. Ну все, хламоны, последнее вторжение с вашей стороны. И будем уже думать о чем-то другом. Вот я одного все-таки никак не могу понять. Ну как они могут переключаться у меня на мага, если они должны бить первого ближайшего к ним юнита, то бишь моего танка. Так, давайте вскрывать, смотреть, что нам достанется. Даже не буду ничего комментировать, потому что тут и так все будет предельно ясно. Да-да-да, именно так все и выходит. Пичкают меня одними, извините меня. О, ну что ты, надо же, выпало. Обычное, правда, ну, тем не менее, на кристаллы ее можно будет разобрать. Так, ну тут то же самое. А здесь тоже ресурсы. Из этих ящиков мне в данный момент нравятся только деньги. Остального у нас пока очень много. В принципе, эту броню можно разобрать, она нам не нужна, не пригодится, хоть она и на 70 уровень. Так, ну что, все вроде бы мы здесь с вами сделали. Давайте заберем яблоки. У нас их 100 тысяч, этого мало, но сходить мы все-таки, наверное, с вами сходим. Попвпшимся маленько. Так, алхимка, алхимка, почему ты у меня там стоишь без дела? Арнольд, Яромир. Так, этот у меня 20-го. Может быть, Яромира отправить? Хотя, ладно, пускай там тусуется. Здесь мы все заберем. Так, один день, 10 часов, елки-палки. Ну, я и говорю, полтора дня еще ждать, когда у меня сделается мастерская. Так, давай,
на помощь, как говорится. И ты тоже сюда пойдешь. Во, 4 дня 13 часов. Намного меньше стало времени. Это большой плюс. Так, ну что? Что у нас тут? Что мы вообще можем сделать за 1 200 000? Да, по-моему, ничего. 4 лямзика нужно, чтобы поставить себе тотемы. Да, неплохие суммы, если честно. Так, магические руны. Даже их не могу сделать, потому что нужно 1,5 миллиона. Но, в принципе, мы можем с вами успеть набить. Ну, если они, конечно, нам нужны. А почему бы и нет? Ну-ка, давайте-ка тут сейчас с вами глянем кого-нибудь такого. О, вот его попробуем бомбануть. Как это, никого нету, что ли? Ну, это вообще, ребят, халява. Я просто сейчас зайду в замок, заберу у него деньги и все. Почему так получилось, я не знаю. Может быть, он забыл выставить. Самая быстрая победа называется. Что ж, спасибо тебе, добрый человек. И вот у нас 1,5 миллиона. Ну что же, пока яблоки нам позволяют сделать еще бой, давайте мы произведем его. Так, сколько у тебя? Почему-то не грузится. Ну тут 196 тысяч, в принципе, довольно неплохо. 161 тысяча мощей. Давайте-ка попробуем. Так, в золотых костюмах, да, ребята здесь у нас стоят? Так, оу-оу-оу-оу-оу, тихо, успокойтесь, родные. Что-то вы тут как-то быстро нахрапом начали брать, резать воина. Так, отлично. Слушайте, ну я думаю, что я успею здесь их всех разбомбить. Да-да, все, у нас все получилось. 200 кусков мы с него снимаем. И с яблоками там, по-моему, у нас уже полная проблема. Даже не... А, нет, еще на один бой хватит. Но, как видите, они у меня все покоцанные. Пускай идут лечиться. Ну что ж, давайте тогда с вами улучшим, наверное, все-таки эти... Как они называются-то? Сферы? А, руны. Руны. Да, магический ров нам еще тогда китай-раком. Да, думаю, что стоит. И тем более они будут у нас улучшаться 3 дня. Здесь у нас не хватает денег. Так что поехали. Как говорится, хоть какое-то вложение, все пойдет у нас в дело. Тем более там очень долго нам ждать, пока у нас построятся очередные там здания. Так что как раз это у нас поспеет. 2 дня 23 часа он будет делаться. Так что все шикарно. И оставляем, естественно, мы ядовитые руны, чтобы они у нас стояли. В принципе, нам здесь пока, ребята, делать-то и нечего. Давайте только вернем своих воинов. И, наверное, я буду заканчивать эту серию. Ну, а мы с вами встретимся очень и очень скоро. Буквально через несколько секунд. Но тут ничего хорошего у нас нету. Так что, ребята, далеко не уходите, и мы с вами продолжим проходить Hustle Castle. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что, продолжаем играть. Давайте смотреть, что у нас тут сделалось. Ёлки-палки, плюс 61 к рейтингу. Это очень плохо. 20 уровень и 32 получают у меня бойцы. По ресурсам вроде бы мы неплохо идем с вами, с яблоками тоже вроде неплохо, а вот насчет денег полная засада, ребят. Так, подожди, это мне не нужно. Опа-на. Так, 15 уровень и 5. Ну, вообще кисло все как-то идет. Скоро у меня будет забит склад под дерево, железо уже полностью. Казначей какой уровень? 24. Это уже радует, это уже что-то. И все, да, получается. Да, больше мы ничего не сделать не можем. Ребят, давайте за подарочки вам большущее, огромнейшее спасибо. Кстати, можно делать так. Если у кого-то, ребят, день рождения, я вас поздравляю. Как говорится, вам здоровья, счастья, любви и успехов в личной жизни. Потому что очень часто мне на Facebook приходят пометки, что у такого-то человека день рождения. Ну, чтобы там каждому не отписываться, я вот здесь могу, в принципе, поздравлять. Так что, если у кого в ближайшие дни это намечается, вы можете мне написать, чтобы я поздравил, и я поздравлю. Это так, к слову.
Так, ну и кто у нас тут следующий? Данил Дьяконов. Так, Данька, Лорик. И у нас Илья Артемов. И последним у нас будет... Кто такой? Анна Одли. Анютка, респект тебе. Так, ну что, подарочки мы получили. Подарочки мы также и раздали. Блин, мне не нравится, что у меня очень высокий рейтинг, ребята. 2212. Меня закинут в следующий раз к таким бизонам, что будут нахлобучивать только в путь. Ну, денег у меня особо нету, но зато ресурсы могут тырить. Они нам нужны. Ну, как вы видите, у нас из сундуков выпадает стандартный лут. Это наши ресурсы любимые. Ничего пока заурядного не выпало. Ну, еще осталось 3 сундучка. Так, понятно. Проезжаем далее. Ну, а красный я даже не беру в расчет, потому что из него никогда ничего не выпадает нормального. Очень и очень редко. Но зато выпадет так выпадет. 2 или 3 раза у меня за всю игру, а сколько я играю, месяцев, наверное, 4, выпадало из него что-то. А так, фигушки. Ладно, хорошо, 500 000 мы имеем, никуда не годится. Работяги у меня все еще заняты. Ладно, давайте, оу, орки появились. Так, давайте тогда быстренько их разбирать. Так, замену вставим, естественно, как же без нее. И в бой прямиком на этих зеленоголовых чебурашек. Ну, давай. Что так кисло идет-то, а? Неужели такие мощные эти орки, что мы их разбираем? Обычно очень быстро, маги особенно, вообще жух-жух-жух, и все, и они там падают замертво. Но, тем не менее, один сундук есть, давайте сразу дальше. Опять же, я вам повторюсь, орки вышли не все, сами видите. Это видно невооруженным глазом. По одному везде, практически на каждой локе, а их должно быть везде по 2. Ну что же, синий сундук опять мне не видать, видимо, в этой серии. Мы же не будем с вами здесь 5 часов сидеть и ждать, когда они все появятся. Так что будем выбивать то, что пока сможем. Так, 117 тысяч мощей, в принципе, разбираем. Никаких отговорок принимать не будем. Так, понеслась. Ну, этих довольно быстро мы как-то разбираем. Плюс я, опять же, делаю нон-стопом. Не будем мы с вами там долго дымить, курить. Сразу будем отправляться в бой, потому что 2 хила и 2 ресельщика, они... А, нет, у меня кто? У меня 2 хила, 1 ресельщик и маг. Да, маг боевой с фиолетовым посохом. Ну, этого вполне очень-очень достаточно, чтобы производить бои, в принципе, нон-стопом. Это уже проверено было неоднократно. Я еще не видел в данный момент таких заурядных орков, которым бы я не мог противостоять. Так, давайте сразу же, что у нас там по яблокам. Ну, в принципе, очень даже неплохо. 300 тысяч, грубо говоря, этого нам достаточно. Жаль, конечно, что, опять же, они не все вышли. Так, ну давай, падай, охламон уже надоел. Я вот думаю, что, может быть, мне в следующих сериях вот эти вот бои просто делать на ускоренной перемотке, чтобы вас лишний раз не нервировать ими, как вы пишете, однотипно, однотонно. Просто по-быренькому их проматывать или вообще вырезать и уже показывать, когда после боя мы вскрываем сундуки. Если вас такая перспектива устраивает, отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях, и мы так будем с вами в следующий раз поступать. Так, ну что, последний лучник тут у нас остался. Готов. Огурец. Слушайте, довольно быстро все идет у нас. Смотрите, уже 7 сундуков есть. Так, тут 2 и там 2. В общей сложности 4 еще орка здесь у нас на карте находится. Это еще 4 сундука. Слушайте, да мы сейчас с вами тут просто утонем в сундуках. Так, замечательно, подбили. Здесь тоже. Вообще изумительно. Минимум усилий, максимум эффекта. Так. И еще сразу добьем его на этой картишке, чтобы он тут мозги меня не компасировал. 110 тысяч у него мощей, так что давайте начнем приблуду эту бомбить. Ну, смотри, как танк-то у них такой довольно неплохой был.
жирненький, не пробили мы его сразу. Ну, а этих охламонов положили практически моментально. Так, и осталось всего два вторжения у нас. Два орочих уродца, которые вот здесь стоят у нас на ледяной карте. Сейчас мы с ними по-быренькому закончим и приступим уже, в конце концов, вскрывать сундуки. Потому что я уже сам хочу. Ну, давай, добивай. О, отхилили умницы. Умницы. И у нас остался с вами последний заходик. Сейчас мы его по-быренькому провернем. Так, где он тут у нас стоит? Ага. Понеслась. Так, ну что у нас тут? Воин, маг и арбалетчик. Одним словом, фуфлагончики. Так, упал. Маг, естественно, тоже сейчас упадет. Ну, а арбалетчик — это вообще пушечное мясо для нас в данный момент. Все, наконец-то мы с ними закончили. И наступает эпоха сундучков. Ну, мы сейчас будем... О, нет, ребята, оказывается, были все орки на карте. Ну, это вообще шикарно. 12 сундуков в общей сложности. Давайте смотреть, открывать. Так, понеслась. Хотя, честно, ага. Все-таки, смотрите-ка, выпала шмотка. На арбалетчика, на даггера. Ну, жалко, что, как обычно, простая. Так, а здесь у нас что? Ух ты, смотрите-ка, зеленый лук выпал. Слушайте, наверное, сегодня удачный будет денек. Давайте дальше смотреть. Ядрить его на корень, а? Даже латы выпали зеленые. И обычные. Но это лучше, чем просто ресурсы, согласитесь. Так, дальше понеслась стандартная схема. Опачки, даже арбалет на 73 уровень. Охренеть. На 73 уровень. Ё-моё. Костюмчик часовщика, тем более. Это вообще великолепно. Блин, вот это я понимаю. Вот уже даже настроение приподнялось. Так, и остался последний синий у нас, да? Сейчас мы тут вначале глянем кое-что. Давайте заберем манну. Улыбочки. Так, ну, теперь давайте вскроем его, наконец, и посмотрим, что нам из него выпадет. Ну-ка, ядрить тебя на корень. Хронометр ускорения, ребята, вот это вот фартануло. У меня таких вещей еще ни разу не было. Это у нас для алхимиков, а мне как-то давно, я помню, вы писали, что надо учить, обучать алхимиков, чтобы они могли носить эти шмотки. И ставить их потом в определенные здания, которые у нас находятся на стройке. И они будут его ускоренно делать. Надо будет это нам с вами как-то провернуть. Опачки, неужели наш клиент? Оу, 203 тысячи мощей. Грубо говоря, мы с ним на равных. Но я, честно говоря, не особо хочу нападать. Хотя можно было, ладно, не будем. У меня все равно там недолеченный воин. Так что... пока мы не будем, наверное, этого делать. Пускай он у нас подхилится, малеха. А потом мы нападем. Все равно рейд нам скидывать в любом случае надо. И, как говорится, какая разница, на нем или на ком-то другом. Так, здесь больше мы ничего с вами не сможем забрать. Да, эта женщина у меня, по ходу дела, будет еще очень и очень долго ходить беременная. Когда я там построю жилую комнату в следующий раз, фиг его знает. Но, тем не менее... есть у нас, как говорится, сразу уже заготовка. Так, Глебушка, давай-ка вот сюда иди. Ты у нас, как бы сказать, более прокачанный в дереве. Так, да что ты будешь делать-то, ё-моё? Ой, тупоголовый-то, а. Так, 15-й. Так, а ты у меня вот сюда пойдешь. Вот так мы сделаем. Да. А этот 14 уровня. Ладно, пускай он там и стоит тогда. Обучается. До 15 уровня прокачается. Хотя почему до 15? У меня уже, по-моему, там до 20 можно развиваться. А дерева нам скоро нужно будет очень и очень много. Так, ну что же, давайте попробуем, наверное, мы с вами. Где этот человечек самый мощный-то здесь? Вот он, да, по-моему. 203 тысячи мощей. В бой, ребята. Попробуем наковылять. Да ладно, ты издеваешься. Не может быть, что ты такой ватный.
Так, погоди-ка, погоди-ка. Да, ребята, как ни странно, но мы его... Да хорош ты этот, как вот там, Кракен, успокойся уже. Не видишь, что ли? Не видишь, что ли? Все, хана тут. Слушайте, довольно легко и просто я их забомбил. Нежданчик, конечно, это для меня. 300 кусков мы поимели. Ну что, воин, иди, подлечись, наверное, немножко. Ну что ж, ребята, на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть, развиваться и расстраиваться. А на этом все. Всем пока.